этом еще. Да, навык. Давайте, у меня есть предложение, дойти до магазина и потом пойти домой, к дому. Не-не-не, я пить больше сегодня не буду. А ты не пьешь, тебя никто не просит пить, но до магазина надо дойти. А что тогда ходить до того магазина? А все, это не имеет никакого значения, мы дойдем до магазина и потом пойдем. Будьте здоровы!